В районной больнице прошел День донора. Акция проводилась в рамках проекта Российского Красного Креста «Я твой донор». Сдать кровь могли все желающие. Главное условие – возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. Акцию поддержали сотрудники полиции. Польза подобной акции, я думаю, всем, и тем, кто сдает для освежения своего организма, и тем, кто нуждается в крови, потому что очень большой уровень травматизма и на дорогах, и просто люди, находящиеся на лечении в нашем районе, во всяком случае, я думаю, что избытка крови-то, наверное, здесь никогда не существует, всегда она требуется. Перед тем, как сдать кровь, необходимо пройти экспресс-тест на уровень гемоглобина в крови и получить разрешение от терапевта. Для лучшего самочувствия всем предлагают перед сдачей крови выпить сладкий чай с печеньем. Многие пришли сдавать кровь впервые. Первый раз хотел, у меня родители почетные доноры, так что решил сам попробовать. Никогда не поздно пробовать. Как врач выходил, говорил, что сама кровь тоже, когда ее сдаешь, она очищается заново, обновляется, тоже полезно для организма очень. Так что плюсы, много плюсов. Минусов пока я не знаю. Как себя буду чувствовать там, только не знаю, при сдаче. В этот раз на сдаче крови работала выездная бригада Московской областной станции переливания крови. В среднем у одного человека берут 450 мл крови. Собранный материал отправится на хранение в область. Если понадобится, сданная кровь вернется в районную больницу. По словам заведующего отделением переливания крови, на сегодняшний день донорской крови в больницах недостаточно. Особенно не хватает крови с отрицательным резусом. Сейчас очень мало, меньше стало намного доноров, и нам не хватает крови. И у нас в больнице не хватает крови. И не хватает ее и в области. И вот если раньше мы обращались за нашей потребностью в областную станцию, они нас почти все время обеспечивали. А теперь зачастую нас отправляют. Вот сегодня поехала Воскресенск за кровью машина, вчера в Орехово-Зуево ездили. То есть нам приходится ездить по всей области за компонентами крови, чтобы могли мы обеспечить наших больных. Кровь можно сдать не только в дни донорских акций. Каждый понедельник и вторник отделение переливания крови районной больницы ждет всех желающих с 8 до 10 утра. Напомним, что за 2 дня до процедуры нельзя пить алкоголь и есть жирную пищу. Приходить нужно обязательно позавтракав. При себе иметь паспорт. Донору предоставляется 2 дня оплачиваемых отгулов и денежная компенсация на питание в размере 642 рублей. Галина Купцова, Екатерина Фурсова, Михаил Кирсанов. Программа «События».